26 мая, если верить прогнозам, в нашем регионе сохранится солнечная, но прохладная погода. В Сарове утром плюс 9, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде безоблачно. Утром плюс 9, днем столбики термометров поднимутся до плюс 19, ночью плюс 10. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 766 миллиметров ртутного столба. В столице ясно. Утром плюс 10, днем до 20 градусов тепла, ночью плюс 11. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.